главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Депутатский порыв. Как Рада защитила детей и насколько усложнила жизнь неплательщикам алиментов. Опережая террористов, в Бельгии и США предотвратили взрывы, для кого готовили бомбы. Первым делом молодые самолеты. Чиновники рассказали, как будут защищать украинцев после туристического скандала. Битва за гимназию в Ленинской области. Местные жители борются за учебное заведение. Как голосовали чиновники в то время, когда активистов разгоняли слезоточивым газом? Когда нардепы будут снимать с себя неприкосновенность и когда, наконец, смогут обновить центр избирком? Эти вопросы в который раз звучали в стенах парламента. Правда, как показывает практика, часто призывы так и остаются призывами. Тем временем нардепы сумели усложнить жизнь тем, кто не платит алименты. Как и за что еще голосовали под куполом, обо всем подробнее далее в сюжете. Чем ближе каникулы, тем громче заявление. Уже на этой неделе нардепы грозят проголосовать за снятие с себя неприкосновенности. Конституционный суд Украины схвалив президентскую редакцию законопроекту 7203 щодо обмеження депутатського імунітету. Тобто вже цього тижня український парламент може прийняти рішення і проголосувати за законопроект президента України про скасування депутатської недоторканності. Паралельно в депутатском лагере развернули бурную деятельность по наработке изменений и самой Конституции. Народний фронт вже третій рік закликає ухвалити текст нової Конституції. Закріплення в Конституції мети членства в НАТО та Євросоюзі. Звертаюся до всіх демократичних сил у парламенті. Долучайтеся до конкретної дискусії про конституційні зміни. Ми запропонуємо зміни до Конституції, які винесемо на референдум, ліквідація посади прем'єр-міністра, скорочення чисельності депутатів парламенту до 250 чоловік, обов'язкове відкликання депутатів, скорочення чисельності міністерств і президент, глава виконавчої влади з сильним контрольними повноваженнями парламенту. Я ініціюю закон про імпічмент президента. І ключова зміна, крім оцих важливих по владі, це переобрання всіх суддів і прокурорів на прямих конкурсах за участю людей. І головне, заборонити іноземцям продаж землі. Но Конституція – це глобально. Тут хоча б з насущним розібратися. Переізбрання центру збіркома полгода согласувати не можуть. Стара комісія просто вже порушила всі конституційні норми, верніше, президент порушив. І ЦВК працює вже значно довше, ніж вона взагалі мусить працювати по Конституції. Не голосувати за нову ЦВК – це залишити країну без Центральної виборчої комісії. Ми будемо голосувати, ми будемо сподіватися, що наш один член ЦВК пройде, але він там не зможе поміняти ситуацію. Але ми не допустимо фальсифікації виборів на дільничних виборчих комісіях. Були розмови, взаємозалежність голосування за суддів Конституційного суду і членів ЦВК, що буцімто наші партнери з Народного фронту мали певне бажання саме по суддям Конституційного суду, по представництву власної політичної сили, і все ставили в залежність від голосування по ЦВК. Тому отака затяжка з крайнього разу. Фронтовики же уверяют, они за чистоту голосования. Во-первых, кандидатов больше, чем вакантных мест. А во-вторых, в их политсиле настаивают, чтобы кандидаты от всех фракций были представлены согласно квотам. С этих 13 кандидатов нет представника оппозиционного блока, 14 раньше кандидатов. И фактически в этом контексте мы наражаемся на такую самую небезпеку, что подальшому нас можуть потягнути до судів і розповідати про те, що от Україна не виконує свої зобов'язання. В тому вигляді, в якому вона зараз пропонується, це формування карманної, абсолютно ручної ЦВК, яку формує президент України з фракції президента і Народного фронту. Тому наша фракція, третя по чисельності, взагалі не має представництва сьогодні в ЦВК. Що це означає? Це означає, що готується масштабна фальсифікація виборів. Наша фракція вчора направила листа до всіх посольств країн Сімки для того, щоб привернути увагу, що йде намагання фальсифікувати вибори. В БПП всіх успокаивают, к четвергу решат, как голосовать. Не исключают, что вакантных мест будет даже больше, чем кандидатур. Є певні думки в залі про те, щоб відправити відставку все ЦВК. І ряд депутатів і фракцій про це говорять.
Це означає, що буде вільні 15 позицій, є 14 сьогодні кандидатур, хоча, очевидно, це не зовсім правильно з точки зору тих осіб, яких термін, яких ще не сплинув виконання обов'язків членів ЦВК. Нагадаю, що для цієї процедури має бути повний консенсус в залі, ця процедура голосується 300 голосами. Чи піде керівництво Верховної Ради на такий сценарій? Не можу зараз впевненості сказати. Пока же кадровые вопросы согласовывают, в сессионном зале решили рассмотреть блок законопроектов под общим названием «Чужих детей не бывает». Документы простимулируют неплательщиков алиментов погашать долги, а также упростят процедуру выезда ребенка за границу. Заборона виїзду за кордон, заборона керування транспортними засобами. З моменту, коли заборгованість складає 4 місяці, раніше було 6 місяців, тобто ми фактично даємо можливість застосовувати такі санкції до неплатника. І другий великий блок новацій. Сьогодні український парламент проголосував норму, яка дає можливість українським дітям спільно з своїми батьками за згодою одного з батьків виїжджати за кордон на лікування, відпочинок до одного місяця без згоди іншого з батьків. Цим законом ми дали можливість діткам, які проживають вимушені з одним з батьків, отримати додаткове фінансування через аліменти. Ми допомогли тим батькам, яких дітки мають серйозні захворювання на період, коли вони оформляють інвалідність, отримати від держави державну допомогу. Два. І отримати стаж для пенсії. І третє. Ми дали пільги тим батькам, які утримують нормально дітей, для того, щоб вони в кінці року отримали пільгу на оподаткування. Ну, а після проблем дітей нардепи взялись за проблеми лісов, ввели уголовну відповідальність за незаконну вирубку і контрабанду древесини на срок від 3 до 5 лет. Екатерина Лисенко, Ксения Барвиненко, Максим Чеблин, Вадим Ривун. Подробности телеканал Интер. Украина и Сербия расширили безвизовый режим. Документ подписали сегодня в Белграде во время визита президента Петра Порошенко. Теперь без визы украинцы могут находиться в Сербии 90 дней. Раньше этот срок составлял один месяц. Порошенко заявил, что у Сербии и Украины нет проблем в двусторонних отношениях и выразил надежду, что Сербия поддержит ввод миротворческой миссии ООН на Донбасс. Лидеры двух стран договорились о сотрудничестве в сферах торговли, образования и медицины. Петр Порошенко также призвал сербов инвестировать в экономику Украины. Лише декілька тижнів тому ми домовились про те, що ми підпишемо угоду, яка продовжує термін безвізового перебування громадян Сербії в Україні, громадян України в Сербії, для того, щоб покращити контакти між людьми, для того, щоб спростити візити туристів, підприємців, культурних діячів один до одного, для того, щоб наші народи краще пізнали один одного. Чиновников будет меньше, а госуправление эффективнее. В Украине начинается перезагрузка госслужбы. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман. В рамках реформы количество чиновников сократится вдвое. Госслужащих высшей категории будет избирать специальная комиссия. В нее войдут представители парламента, администрации президента, Кабмина, национальных агентств и общественности. В свою очередь, избранные руководители организуют открытый конкурс для остальных госслужащих на местах. Будущим чиновникам запрещено вступать в какую-либо политическую силу. Модель госуправления будет состоять из советов и их исполнительных комитетов. Если сейчас выйти на то, чтобы в рамках конституционной реформы выбудовать третий уровень, я имею в виду областной, и в том числе ответственность выкристаллизовать, я думаю, что это было бы абсолютно новая якость управления. И это все в комплексе даст новую систему абсолютного управления. Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду прошли бы 9 партий. Соцопрос провел в конце июня Центр социальный мониторинг совместно с компанией «Социс» и Украинским институтом социальных исследований имени Еременко. По данным исследования, в тройку лидеров попали бы ВОО «Батьківщина», которая набирает более 12%, оппозиционный блок 7,5% и партия «Гражданская позиция», которой отдали бы голоса около 7% избирателей. Погрешность выборки составляет не более 1,5%. Третий день перемирия на Донбассе. Тишины как не было, так и нет. Сегодня боевики уже дважды открывали огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе Авдеевки и Водяново. А на Светлодарской дуге противник стягивает передовой танки. Подробности знает наш военкор Ирина Баглай. Они, в принципе, сейчас нас видят. Вот, можете открыть окно.
Олег предостерегает об опасности. Вопреки объявленному хлебному перемирию, на открытый участок выходить не советуют. Его позиция простреливается с нескольких сторон. На горизонте видны оккупированные Дебальцево и Углегорск. Вчера два выстрела из ПТУРи были через... Ну, по нашим позиціям, потім із АГС стріляли, із СПГ стріляли. Це перемир'я таке у них. И, пользуясь этим, бойовики едва ли не открыто на глазах у военных подгоняют к передовой тяжелое вооружение. Вони це використовують, як загнать танки БМП поближче до наших позицій. Танк не перепутаешь, говорит Олег. Он его видел, когда бойовики были вынуждены выехать на открытый участок степи. Бо він танк. Коли ми бачимо, що танк, то танк. Коли БМП, то БМП. Ну, то есть на рассвете сьогодні зайшли. Один? Один танк, да. И 4 БМП. Заводили. Не только утром, они и ночью их заводят. Вячеслав не сводит глаз с позиции противника. Вон в домиках стоят СПГ, РПГ. Пулеметы стоят тяжелые у них. Оттуда боевики и прикрывали недавно подход своих штурмовиков, пытаясь отвлечь пехотинцев от попытки прорыва. Они со всех сторон лупили по нам, чтобы мы голову не высунули, не наблюдали за ними. В наглую. Как раз обстрел был, когда они ПТУРы прикрывали. В это время засекли группу с 3 человек. Тяжелая артиллерия молчит, признаются военные. Но вот из гранатометов боевики стреляют почти каждую ночь. Дмитрий один из тех, кто под обстрелом выносил раненых. Когда рвануло, был в укрытии. Осколки. Був алюминий. СПГ был. Больше всего это был СПГ, кумулятив. Навязан, да? Потому что он ударил в мешки, мешки разлетелись. Струя пішла і зачепила хлопців. Вот і прогнози на ще одні сутки хлебного перемир'я бойці роблять, опираясь не на договоренності в Мінську, а на свій фронтовий опит. Зранку поки що тихо. Але я думаю, що до кінця дня так же само буде і АГС, і СПГ, і нічі калібри. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Подробності телеканал «Інтер». 4 июля в Украине день национальной полиции. На смену милиционерам полицейские пришли в 2015-м. Уже сегодня правоохранители поздравляли в некоторых регионах. В частности, в Черновцах на Соборной площади собрались несколько тысяч человек. Новые копы приняли присягу, потом минутой молчания почтили память погибших. Дальше выступление спецназовцев, рядом выставка оружия и спецтехники. Подобную акцию организовали и в Днепре. Самым лучшим вручили наградное оружие и грамоты. Ну, работы стало больше. Больше работы. Ну, то, что функций больше стало в патрульной полиции. Занимаемся патрулированием, помогаем громадянам. В первую очередь, что это все-таки праздник для органов внутренних дел, для полиции непосредственно. Поэтому, наверное, все-таки праздник это. А потом уже как бы этап в работе. Вот, так как 3 года, независимо ни от кого мы работаем, стремимся к лучшему. Масштабный теракт предотвратила бельгийская полиция. Силовики задержали группу террористов, с которой сотрудничал иранский дипломат. Где планировался взрыв и против кого был направлен, расскажет Елена Абрамович. Подозрительный черный «Мерседес» в одном из районов Брюсселя правоохранители обнаружили в субботу. Сначала его обследовал робот, потом уже подошли специалисты и произвели контролируемый взрыв. В машине было 0,5 килограмма взрывчатого вещества и детонатор. Принадлежало авто молодой паре иранцев с бельгийским гражданством. Стало известно о планах нападения на иранскую организацию, которая выступает против действующего иранского режима. Планировался взрыв на конференции этой организации в Париже. Бельгийская полиция в сотрудничестве со следователями из Франции и Германии провела совместную операцию и задержала несколько соучастников. Среди них иранский дипломат, который работал в посольстве в Вене. На конференции, где должен был произойти взрыв, присутствовали 25 тысяч человек. Среди них несколько бывших европейских и арабских министров, а также адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани. На этой конференции собрались оппозиционеры, стремящиеся положить конец власти шиитского мусульманского духовенства в Иране. И это имеет отношение к адвокату из США, поскольку он работает в сфере коммуникаций, много занимается лоббизмом, участвует в дискуссиях о политике и финансах.
Французские СМИ предполагают, что за организацией теракта стоят иранские спецслужбы. Между тем, министр иностранных дел Ирана назвал новость зловещей и неправдоподобной и заявил, Тегеран готов сотрудничать со следствием, чтобы докопаться до сути. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Еще один теракт не допустили в США. По данным ФБР, мощный взрыв должен был прогреметь в штате Огайо во время празднования Дня независимости. Кто готовил массовое убийство и почему? Дмитрий Анопченко обо всех деталях. 4 июля – день, когда вся Америка выйдет на улицы. В крупных городах пройдет парад. Вечером миллионы людей традиционно пойдут любоваться салютом. Убить как можно больше, заложив взрывчатку в районе массовых празднований, собирался в этот день житель Кливленда. 48-летний Диметриус Питц, который после принятия ислама предпочитал называть себя Абдур-Рахим Рафик. Проникся идеями Аль-Каиды, решил, как он говорил единоверцам, наказать Америку за ее грехи. Агенты ФБР, задержавшие Питца, рассказали, свой план он вынашивал довольно долго. Продумал все до деталей. Арендовать микроавтобус, нашпиговать взрывчаткой, припарковать в местном парке и активировать бомбу, когда людей вокруг будет как можно больше. К нему подослали агента, представившегося активистом местной ячейки Аль-Каиды. С человеком, которого Питц называл «братом по борьбе». Он был откровенен. Агенту под прикрытием Питт сказал, праздники идут 4 июля, День независимости. Что может ударить их в самое сердце? Взрыв. Взрыв бомбы прямо во время парада. Два дня назад Питт объехал место преступления, забронировал слот на парковке, максимально близко к точке скопления людей во время празднований. Затем внезапно решил, что и этого мало. И стал организовывать взрывы в других местах по всему Кливленду. Он выбрал в качестве цели для терактов еще и местный кафедральный собор. Ко всему, накануне решил направить автомобиль, начиненный взрывчаткой и шрапнелью, к дому, где соберутся дети военных. Последние дни преступник находился под круглосуточным наблюдением ФБР и полиции. Силовики опасались, как бы он в порыве эмоций не решился произвести взрыв раньше, чем планировал. Арестовали Питца, когда убедились, он полностью подготовил теракт. Прокуратура теперь просит для обвиняемого 20 лет за решеткой и уверяет, несмотря на то, что мистер Питц фактически не совершил преступление, а только его планировал, но если бы ФБР не подослало своих агентов, если бы не произвели превентивный арест, то произошел бы масштабный теракт, который забрал сотни жизней. Во время завтрашнего празднования в крупных городах теперь усилят меры безопасности. Заблокируют улицы по маршруту парада, прикажут кинологическим подразделениям с самого утра прочесывать окрестные парковки в поисках взрывчатки в багажниках автомобилей. Ведь безумная идея организовать теракт в самый любимый американцами праздник, День независимости, могла прийти в голову не только Диметриусу Питцу. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. 5 дней в аэропортах. Более 1500 украинских туристов наконец вернулись домой из Туниса. Им пришлось так долго ждать, потому что у самолета в авиакомпании «Браво» не было топлива. Турфирма должна перевозчику более $1 миллиона. В результате авиакомпания все-таки совершила 9 рейсов за свой счет. Почему 1000 украинцев застряли в отпусках, узнавала Лариса Зубенко. Украинские туристы не могли вылететь из Туниса из-за проблем с документами, объясняют в авиакомпании «Браво». Срок их договора с турфирмой «Оазис» истек 27 июня. Пассажиры, которые должны были улететь после указанной даты, не зная того, играли в лотерею. Все, что мы должны были выполнить для заказчика, мы выполнили. А то, что заказчик не выполнил для пассажира, ну, это уже отношение между пассажиром и туроператором. Авиакомпания намерена судиться с турфирмой-должником за возврат средств, потраченных на организацию перелета. Все 9 рейсов, которые выполнены, мы перевезли более 1500 человек. И все эти рейсы были выполнены за счет авиакомпании «Браво». Пока компании выясняют, кто виноват, нерешенным остается вопрос возмещения ущерба самим туристам. Но украинцы застряли не только в Тунисе, а также в Албании, Турции и Грузии. В МИДе говорят, теперь это компетенция правоохранителей. Мы рекомендовали всем тем громадянам Украины, которые витратили несколько дней и часто вынуждены были ночевать прямо в залах ожидания аэропортов, подавать судовые позови до туристичних операторів. Поки наші громадяни не почнуть подавати колективні позови, доти ліберальний ринок
не запрацюет. А вот за самолеты решили взяться всерьез. В течение следующих 2 недель намерены проверить авиапарк отечественных компаний. Использовать борты старше 20 лет с нового года запретят. А до конца этой недели на сайте Мининфраструктуры опубликуют рейтинг украинских авиакомпаний. Оценивать будут именно самолеты. Список обещают обновлять каждый месяц. А в МИДе призывают туристов тщательно выбирать туроператора. Министерство закордонных справ рекомендовало перед початком туристичного сезону громадянам України зважувати на вибір туроператорів, давали конкретні поради. Я думаю, що цей аспект теж стане важливим і легким у використанні інструментом для правильного вибору того туроператора, який надаватиме послуги належної якості. В конфлікті між авіакомпанією «Браво» і турфірмою «Оазіс» тепер буде розбиратися друге міністерство – економіки. Якщо вину оператора докажуть, фірму можуть лишити ліцензії, заявили чиновники. Лариса Зубенко, Іван Єрмаков. Подробиці – телеканал «Інтер». Гиперлуп по-украински. Меморандум о сотрудничестве между Министерством инфраструктуры Украины и американской компанией оказался просто декларацией. Об этом говорится в самом документе. Его копию чиновники предоставили в ответ на запрос одного из информагентств. Напомню, в июне в Мининфраструктуры заявили, что договорились с американцами о сотрудничестве в области высокоскоростной транспортировки. Тогда министр Владимир Амелян утверждал, что технология Гиперлуп может появиться в Украине через несколько лет. Обновленный Верховный суд должен стать маяком для служителей Фемиды, чтобы на его решение могли опираться судьи первой инстанции. Так считает глава Верховного суда Валентина Данишевская. По ее словам, за первые полгода работы реформированный Верховный суд получил 124 тысячи дел. Треть из них судьи уже рассмотрели, нагрузка большая. В среднем один судья ведет более 1000 дел. Поэтому в ближайшее время будет объявлен второй набор конкурса в Верховный суд. Кроме того, Данишевская заявила, что в Украине наконец начали ликвидацию так называемого старого ВСУ, который до сих пор еще существует на бумаге. Вперше до Верховного суду, крім кар'єрних суддів, потрапили також адвокати і науковці. Наразі у нас працює 16 науковців, 9 адвокатів. В складі Верховного суду є 33 кандидати наук, 12 докторів наук. Тобто ми маємо потужний такий науковий потенціал у складі Верховного суду. Дуже часто постає питання, як ми тут вживаємося, такі представники різних професій. Хочу запевнити, що це не викликало особливих труднощів, що ми доповнюємо один одного, користуємося досвідом один одного. Нардеп Владимир Рабинович не внес в ежегодную декларацию депозит в одном из израильских банков. Соответствующие документы сегодня появились в сети. На что Рабинович потратил деньги и что ему грозит за регулярную забывчивость? Об этом далее в нашем материале. Нардеп Вадим Рабинович не внес в свою декларацию депозит в израильском банке. Об этом сегодня утром на своей странице в Фейсбуке написал журналист Василий Кручак. Также он опубликовал копии подтверждающих документов, переведенных и заверенных в Украине. По словам журналиста, во время своей поездки в Израиль, где он, кстати, сделал фото возле виллы Рабиновича, они вместе с адвокатом отправили запрос в управление по делам корпорации израильского Минюста и получили в ответ эти документы. В них четко указано, что еще в 1995 году Вадим и Марина Рабиновичи открыли в банке Паалім депозитний счет на 99 лет. Сума депозита – банковская тайна. Якщо розібратися, то виходить, вони певну якусь суму коштів поклали на рахунок, щоб потім отримувати відсотки на додатковий дохід. От. А через деякий час, це теж з тих документів чітко можна проаналізувати, побачити, вони даний заставний депозит дають банку в заставу, за що отримують живі кошти. На документі під номером 5 також чітко видно, що станом на сьогоднішній день кредит, який вони отримали, з їхньої сторони не повернуто. Тобто він не закритий, ця застава, і це означає, що вони не виконали всі умови, тобто вони не повернули кредит. Чому Вадим Рабинович не повернув кредит? Знову ж, це для мене поки що загадка. Можливо, просто забув. От, але що це для нього, як для
представника України, як для народного депутата. Це, як мінімум, є тут ознаки корупції, оскільки він у своїй щорічній декларації жодній не вказав, що у нього є закордонний банківський рахунок. Журналист обращает внимание на то, что Рабинович и его жена на тот момент уже были гражданами Израиля. Это видно по идентификационным номерам в документах. А чтобы он не скрылся от украинского правосудия, нардепы взяли это под свой контроль. Год. Я ежедневно утверждаю о том, что Рабинович и его окружение не имеют права быть в украинской политике. Это моя твердая, четкая позиция. Мои аргументы. Двойное гражданство – это первое. Второе. Он прячет свои настоящие доходы от простых украинских граждан. Что значит прячет? Это значит, что по нему не по дивидендам не платятся налоги. Это значит, что простой учитель, простой врач, простой шахтер, простой житель любой точки, в любой точке нашей страны не получает пенсию, не получает зарплату, не получает социалку. Я направил уже обращение в Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру, Национальное агентство по предотвращению коррупции. И я все сделаю для того, чтобы в кратчайшие сроки мы добились рассмотрения моих заявлений, и он был наказан по закону. Напомню, это уже не первый раз, когда лидер партии «За життя» забывает внести ведомости о своих активах и имуществе в декларацию. Журналисты уже неоднократно писали, что в его ежегодных отчетах нет ни вышеупомянутой виллы вблизи Тель-Авива, ни особняка в Кончезаспе, который он арендует за 10 тысяч долларов в месяц, ни дома в элитном районе столицы площадью в 700 квадратов. Правоохранительные органы расследуют уже 5 уголовных дел, открытых против Рабиновича. Ведь за его плечами махинации с покупкой земли, многомиллионные поездки за границу, о которых, к слову, в декларациях тоже ни слова. Коллеги Рабиновича требуют, чтобы дела расследовались как можно быстрее. Ведь больше года тому назад стало известно, что у депутата двойное гражданство. И в любой момент он может уехать в Израиль и избежать наказания в Украине. В следующем году в Украине могут повысить сумму гарантий по депозитам до 800 тысяч гривен. Об этом сегодня заявил директор фонда гарантирования вкладов. Напомню, сейчас это 200 тысяч гривен. Как, за счет чего планируют увеличить гарантии для вкладчиков банков в нашем материале? Вклады украинцев тщательнее защитят. В фонде гарантирования вкладов заявили о возможном увеличении гарантированной выплаты для клиентов банков, суммы, которую государство возвращает вкладчикам обанкротившихся финучреждений. Сейчас это 200 тысяч гривен. Сумму гарантирования варто поднимать. Если, например, это было бы 800 тысяч гривен, то в этом случае мы бы смогли додатково еще 30% вкладов физических осіб, виходячи из того стану справи, який мав місце ще кілька років тому, а вони би потрапили під державні гранти. Однако пока что такое повышение сделать очень трудно, говорят в фонде. В ближайшее время здесь должны выплатить государству огромный долг – 60 миллиардов гривен. Еще 85 миллиардов только процентов. Это деньги, которые в фонде одолжили у НБУ и Минфина, чтобы выполнить свои обязательства перед вкладчиками во время стремительного банкопада прошлых лет. Тогда лопнули 90 банков. Змушені були виплатити просто гігантську суму, здійснити гігантську суму виплат, тобто це більше 88 мільярдів, то, звичайно, за такими запозиченнями ми зверталися і працювали в цьому контексті із Національним банком, і з Міністерством фінансів. Такі умови, на яких ми отримали ці запозичення, вони є достатньо несприятливими, ну і, чесно кажучи, нестандартними для світової практики. Чтобы реструктуризировать долг и изменить условия кредитования, фонд уже начал переговоры с Минфином. Тем временем повысить сумму гарантированной выплаты государства просят и сами вкладчики. Много вкладов было положено в валюте. И, понимаете, когда был доллар 8, люди, вложившие, не знали, что их суммы находятся в рамках гарантованной суммы. А когда доллар став 24, євро стало під 30. Звичайно, ці суми, а все перерахувалося в гривневі еквіваленти, суми вискочили поза суму гарантованої. Дельта – крупнейший из лопнувших за последнее время банков. Его клиентам вернули уже более 14 миллиардов гривен. Однако украинцам, чьи вклады больше 200 тысяч, приходится ждать продажи активов в учреждений, цена которых часто намного ниже, чем в банковских бумагах. Именно чтобы защитить и таких вкладчиков, нужно поднять гарантированную сумму, отвечают в фонде. В Европе гарантии вкладчикам увеличили уже давно, еще после ипотечного кризиса в 2008-м до 100 тысяч евро. А против нечестных банкиров и недобросовестных заемщиков приняли жесткие меры.
После ипотечного кризиса ни один банк в ЕС теперь не выдаст вам ни копейки без твердой гарантии возврата с вашей стороны и залога. Эти правила работали и раньше, но теперь за их выполнением следят намного жестче. Усилился контроль, банки заставили тщательно проверять документы, а правоохранители стали активнее заниматься недобросовестными должниками. Усилить ответственность для недобросовестных заемщиков и мошенников призывают украинские власти и в Фонде гарантирования вкладов. В парламенте уже разработали закон, который защитит кредиторов и вкладчиков. Тем временем в фонде надеются, что переговоры с Минфином завершатся уже в ближайшее время, а чрезмерно завышенные проценты по кредитам пересмотрят. Тогда начать поэтапное повышение суммы гарантированной выплаты можно будет уже с начала следующего года. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Более 2 миллиардов гривен долга и без мирового соглашения. Такое решение принял Киевский хозяйственный апелляционный суд в отношении акционерного общества «Черкассы-Азот». Именно такую сумму хим-предприятие должно «Черкассы-Облэнерго». Напомню, стороны договорились об урегулировании ситуации с выплатами и решили подписать мировое соглашение, но сделать этого не смогли. По словам обеих сторон, всему виной фонд госимущества, который блокирует урегулирование конфликта и затягивает разбирательство в судах. Насправді сьогоднішнє судове засідання пройшло не найкращим чином для тих домовленостей, які сторони хотіли досягти в спорі. Так, існував борг, і сторони погодили укласти мирову угоду, врегулювати спір, але, на жаль, не вдалося сьогодні цього досягти. Дивне рішення. З урахуванням того, що величезними зусиллями домовились за підприємство про схему, як обидва підприємства могли б стабільно працювати. Тепер, от зараз навіть складно коментувати, складно моделювати, як будуть розвертатись події. Виглядає все як повний колапс, соціальний вибух в регіоні. А вот другое судебное заседание по делу предприятия «Каховка Протеинагро», одного из крупнейших производителей сои в Украине, сегодня могло вообще не состояться. Вместо половины шестого вечера слушание началось буквально полчаса назад. Напомню, разбирательство касается судьи Высшего кассационного хозсуда Лилии Катеринчук, которую активисты обвиняют в коррупции. Мы продолжаем следить за развитием события и в завтрашнем выпуске расскажем, чем завершилось сегодняшнее заседание. В частном детском лагере под Киевом отравились 12 детей. 8-летняя девочка впала в кому. Ребенка уже перевезли в Ахмаддет. По словам медикам, организм девочки крайне обезвожен. По предварительной информации, детям стало плохо вчера. У них были симптомы расстройства желудка. В Киевской облгосадминистрации заявили, что дирекция лагеря долго не пускала к детям комиссию по эпидрасследованию. Всего в этой здравнице отдыхают более 200 человек. Крики, драки и слезоточивый газ – так решали судьбу гимназии в поселке Млина в Ленинской области. Чиновники хотят закрыть ее и объединить с обычной школой, но местные жители требуют сохранить учебное заведение. К чему в итоге пришли и какой ценой, знают наши корреспонденты. Млинов. Сегодня здесь сессия поселкового совета. Перед зданием родители учеников местной гимназии, учителя, небезразличные жители. Депутаты должны решить, закрывать ли гимназию. На месте много полицейских. В сессионный зал пропускают не всех. Я уповноважен обмежить доступ. Сессия начинается, но людей не пропускают. Якобы в зале не хватает места. Мы хотим защитить этот заклад, потому что там сейчас нам сделали кордон полиции. И сейчас будет голосоваться питание про практичное знищення этого навчального заклада. Вопросы реорганизации гимназии депутаты рассматривают первым. Чиновники уверяют, проект оптимизации назрел давно и не нарушает закон. Кожен із бажаючих міг внести до нього пропозиції, заперечення і доповнення. Офіційно ніяких заперечень доповнень до даного проекту не подано. Все это время активисты ждут на улице. Правоохранители на уговоры не реагируют. Появляются люди в камуфляжной форме, пытаются прорваться в зал. Полиция оказывает сопротивление, в ход идет слезоточивый газ. Поселковый голова к людям так и не вышел. Под крики «позор» проект ставят на голосование и принимают.
Все это время на улице медики оказывают помощь тем, кто надышался газом. Мы до них адекватно говорили, мы им планочно говорили, мы им сказали, брат, вы угодили три портовых баллона, и правда, на кассу. Похоже, гимназию в Млинове все же закроют, а учеников переведут в соседнее село. Однако местные жители отступать не намерены. Люди заявили о готовности блокировать трассы и даже объявить голодовку. Полина Спасенко, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер, Ривненская область. Вместо зубрежки – формирование личности. Около 1000 учителей обсуждали в Харькове, какой должна быть новая украинская школа. Все они собрались на 4-й форум EdCamp. Пригласили и западных экспертов, делились опытом и даже устанавливали рекорды. Как это было, видели мои коллеги. Ольга Качанова преподает английский в школе. Стаж учителя почти 25 лет. На образовательном форуме уже второй раз. Говорит, приехала, чтобы поделиться своими наработками и узнать инновационные методики. Новые связи, новые контакты, обмен опытом. И после EdCamp'а появилось много новых друзей, коллег. Формат дискуссии свободный. Организаторы рассказывают, это не конференция, ведь участники определяют программу сами. Конечная цель – уйти от старого формата школы знаний и акцентировать внимание на развитии личности. Тут зібралося майже 1000 учителів, які сьогодні переймаються цінностями нової української школи, новими методиками навчання. І основною стержневою ідеєю, що школа повинна стати такою, яка готує дітей до життя. Вчителі будуть цікавитися, що відчуває дитина під час навчального процесу. Вчителі навіть будуть цікавитися, що відбувається вдома у дитини, що зараз досить часто не відбувається. Формат форуму зародився в США в 2010-му. За це час по всьому світу пройшло 1500 мероприятий. В Україні 4 національні форуми приймав Харків. Сьогодні 11 спікерів з 11 країн світу долучаться до дискусії для того, щоб знайти нові шляхи вдосконалення нової української школи, для того, щоб зробити і українську школу, і в цілому освітній простір ближче і зрозумілішим, як для батьків, так для учнів, так і для вчителів. Невимушена обстановка, відверта розмова сьогодні надасть нам гарні пропозиції, а співпраця разом із міністерствами і органами державної влади надасть можливість запровадити їх у практику. Вечером учителя собрались на площади Конституции, недалеко от места, где в сентябре прошлого года «Лексус» Елены Зайцевой на скорости влетел в толпу пешеходов. Тогда погибли 6 человек. Преподаватели выстраиваются в форме 5 фигур. Это сердце, солнце, знак равенства, аббревиатура новой украинской школы и цифра 50. Максимально допустимая скорость движения машин в городе. Буду робити все і підтримувати освітню спільноту для того, щоб наші діти навчалися в комфортних і безпечних умовах. 568 учителей собрались в одному місці. Представители Книги рекордов України фіксують цю цифру і вносять в Національний реєстр рекордов України. Єлена Нагорна, Олександр Яновський. Подробності, телеканал Інтер, Харків. Застряли в пещере еще на несколько месяцев. Тайских футболистов и их тренера, которые 10 дней провели под землей, пока не могут вывести на поверхность. Что мешает спасательной операции и какова дальнейшая судьба ребят, выясняла Светлана Чернецкая. Здесь темно, влажно и жарко. В пещере Тхамлуанг на севере Таиланда футбольная команда провела уже 10 суток, не отличая день от ночи и без куска хлеба. Они истощены физически и морально. Ребятам от 11 до 16 лет, их тренеру 25. Сколько вас? 13. Чудесно. Многие идут вслед за нами, чтобы вас спасти. Вы очень сильные, продержались 10 дней. Настоящими героями дня стали два британских спасателя. Им удалось добраться до мальчишек, несмотря на воду и грязь, которые заблокировали выходы из тоннеля. Здесь, в Британии, пристально следят за развитием истории и очень гордятся своими дайверами. Джон Валантен и Ричард Стантон известны на весь мир. Их специально вызвали в Таиланд ради спасения мальчишек. Британцы хорошо знают пещеру, где застряли парни, и все ее ответвления, которые тянутся на 5 километров. На счету дайверов есть успешные операции по спасению во Франции и Мексике.
Из пещеры постоянно выкачивает воду. Впрочем, в стране сейчас сезон муссонных дождей, и тоннель будет затапливать и дальше. Поэтому вполне вероятно, что детям придется ждать до октября, когда дожди прекратятся и уровень воды снизится. Еще один вариант спасения, гораздо более рискованный – научить детей дайвингу. Сейчас никто из ребят не умеет ни нырять, ни даже плавать. Я хочу поблагодарить всех иностранцев, которые приехали нам помочь. Мы бы не добились успеха, если бы не совместные усилия. Люди помогают всем, чем только могут. Теперь парней не оставляют самих. Два врача-волонтера согласились остаться под землей, чтобы присматривать за детьми. Им уже доставили запасы еды на 4 месяца вперед. Планируют также провести электричество и телефонную линию, чтобы ребята смогли побеседовать с родителями. Их родственники все эти дни находились у пещеры с надеждой на чудо. И дождались его, несмотря на ничтожные шансы. Я ждала своего сына так долго. Я так рада. Первое, что сделаю, обниму его. В пещеру Тхамлуанг ребята приехали на велосипедах после тренировки. Экскурсия должна была стать частью празднования дня рождения. Но дожди затопили выход и заставили детей пройти 4 километра вглубь. Пока им придется и дальше сидеть под землей. Специалисты обещают в ближайшее время определиться со стратегией спасения. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности я в прямом эфире. Увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.